Справляться с поглотившими страну кризисами Молдова будет не одна. Такие заверения дала министр иностранных дел Германии на конференции, посвященной нашей стране. Дипломат объявил о дополнительном гранте в размере до 77 миллионов евро. В свою очередь, глава румынской дипломатии отметил, что бюджет Молдовы будет находиться под огромным давлением и медлить категорически нельзя. Сама конференция состоялась в Бухаресте с участием 5 рабочих групп платформы поддержки республики. Первая прошла в апреле в Берлине. Moldova does not stand alone. Молдова не одинока. Подчеркиваю, если мы останемся вместе, мы сможем изменить ситуацию. Молдова испытывает экономические потрясения, вызванные войной и прерванные жизненно важные сферы экономики, связанные с Украиной и Россией. Представители бизнес-среды не могут экспортировать товары, а цены на энергоносители резко выросли, что может привести к их приостановке. С таким заявлением глава немецкого МИДа выступила на министерской конференции платформы поддержки Республики Молдова, созданной по инициативе Германии, Франции и Румынии. Дипломат объявил о дополнительном гранте для нашей страны в размере до 77 миллионов евро. В свою очередь, глава румынской дипломатии Богдан Ауреску подчеркнул важность предоставления прямых грантов и в краткосрочной перспективе без промедлений. Сейчас время поддержать Молдову. Роскоши тратить драгоценное время нет. Румыния продолжает поддерживать амбиции кишиневского руководства в процессах реформы и продолжения европейского пути. Я убежден, что платформа поддержки Молдовы будет иметь большое значение в ответ на потребности развития этой страны. По словам Ауреску, Молдова, расположенная в непосредственной близости от эпицентра боевых действий, является уязвимым государством и подвержена кризисам, вызванным войной. Министр также заявил, что еще до войны наша страна уже столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, но сейчас он обострился, оказывая давление на систему газоснабжения и на способность молдаван платить за потребляемый объем. Перед началом дебатов президент Майя Санду отметила, что в одиночку Республика Молдова не справится. Важно знать, что мы не одиноки, что можем рассчитывать на вас. Молдова – маленькая страна, и масштабы происходящих в ней событий превышают ее возможности справиться с ними. Выступил на конференции и министр труда, отметивший, что грядет сложная зима, а молдавскому Кабмину придется поддерживать семьи, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители.